Во второе воскресенье августа профессиональный праздник отмечают сотрудники строительной отрасли. В этом году День строителя выпал на 8 число. В Бердске работают три крупных компании, которые строят объекты. Собственные ресурсы организации позволяют выполнить весь комплекс строительных работ, включая строительство дорог, проведение внутренних инженерных коммуникаций, проектирование объектов любого вида и функций, согласование, строительство, технический надзор за ходом проведения работ, сдача объектов в эксплуатацию, продажа и управление. Строительные компании реагируют на тенденции рынка недвижимости, который обусловлен экономическими условиями жизни граждан нашего города, а также социальными программами государства. Хотели бы поблагодарить все строительные организации, всех сотрудников, директоров и работников отрасли с праздником. Пожелать всем благополучия, процветания, достижения поставленных целей и, самое главное, здоровья и благополучия. За 2020 год в эксплуатацию было введено 60 тысяч квадратных метров. За первое полугодие 2021 – 12 тысяч. Кроме жилых объектов строятся и социальные. В сентябре этого года введут в эксплуатацию ясли-сад в микрорайоне Южный.